Останавливаюсь, проигрываю, ничего не говорю, ничья. Давайте. Ну, там, в первую очередь, оцени результат, учитывая то, что отыгрывались, да, удовлетворенным? Ну, честно говоря, нет. Мне кажется, сегодня была полностью доминация наша, даже до удаления. Но, к сожалению, свои моменты забили, в том числе и я. Пропустили необязательный гол, но свойственный для нас, особенно такой гол обидный вообще. Выбив от ворот, зацепились, не самые большие нападающие против наших таких зубров, можно сказать. Такие дни тоже бывают, надеюсь, больше не повторится. Но в целом, говорю, полнейшая доминация. ЦСКА, понятно, приехали играть от обороны, 8 человек в штрафной своей. И, понятно, у них был план не проиграть, но, наверное, они, в принципе, их можно поздравить, потому что они действительно сражались. Бились на каждом участке, хорошо цеплялись впереди. Но мы, конечно же, расстроены. Мы, я думаю, скорее потеряли, чем приобрели. Хотя как складывалось, но все равно у нас моментов было много. Пустили гол в раздевалку, что говорили друг другу в перерыве. Что сказал Симак, может, как еще не стал? Ну, повышенно автоматный разговор, потому что не гоже нашей команде ничего пропускать. Еще под занавес. Что-то не пошел? Это мою машину. Подожди, подожди, сейчас пойдем. Подожди, никуда не уходи. Тимур, ты куда пошел? Тимур. Смотри, какой, а? Только жди меня. Очень обидно пропускать со сохранителями. Очень обидно, конечно, но Лашич продемонстрировал, когда мы с Лапланским, что у них есть уровень. Ну, говорю, еще раз повторяю, что, конечно, обидно проигрывать. Что о судействе скажешь баллистически на поле? Вот, например, кто-то доволен работой арбитра? Кто? Ну, в частности, там, для ЦСКА. Ну, не знаю, я стараюсь, честно говоря, стараюсь не обращать внимания на эти вещи. Мне кажется, удаление. Ну, первое гол 100% там не было. Он меня держал там, секунд 10, наверное. А второе, не знаю, попал, не попал, но высоко играл ногой. Мог нанести травму, мне кажется, это гол. В чем? Не знаю, не судья, поэтому, может быть, они недовольны. Это не моя компетенция. Я уже разочек высказался. Хватит. Последний вопрос мой. 9-й ассист у тебя. Что в этом сезоне происходит? Стандартная передача. В прошлом году вроде бы забил. Играю на команду, стараюсь. Еще сам в своем месте забил бы, когда слет уловил. Неожиданно мог промахнуться на мяча, но было принимать мяч. Меня немножко выбило с колеи, но рад, что немножко отмазался каким-то голевой передачей. Долго выцеливал, смотрел. Саша Ерохин классно отрылся, получился пасом, забил. Ну, все это, к сожалению, пока не приносит нам максимальных очков. Это жалко, но на фоне того, что еще вот на фигуре потерял очки. Но еще надеюсь, что это будет у нас уроком. И, сегодня не все нам не везло, наверное, в чем-то, но я надеюсь, может быть, останутся на лифте. Будем мыслить позитивно. Все, спасибо. Спасибо.